Галия Муслимова – педагог с 12-летним стажем. Для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, учитель придумала интересную игру. С ее помощью школьникам проще усвоить большой объем материала. Новаторство пришлось по душе жюри областного конкурса среди педагогов истории. Во втором туре было три этапа. Первый – визитная карточка, в которой мы представляли себя. Второе задание – выступление с речью, как на TED-конференции. И третьим заданием нужно было продемонстрировать свою авторскую программу «Педагогическое мастерство». Я представила эту игру. На всех этапах конкурса члены жюри высоко оценили уровень темиртауского учителя. По мнению педагога, одна из главных ее заслуг в том, что свой предмет она преподает, пропагандируя национальные ценности. Это моя позиция. Все свои выступления связывала с национальными ценностями. Будь то визитная карточка, авторская программа или мотивирующая речь. Я воспитываю своих учеников в этом ключе. Во время своей речи я раскрывала тему героизма и получила наивысшую оценку жюри. В конкурсе «Название лучшего учителя истории области» принимали участие 14 педагогов со всех районов. Первый тур состоялся еще в ноябре прошлого года, и лишь через два месяца 6 финалистов пригласили на второй тур. Галия Муслимова рада своей награде, хотя не скрывает, что она далеко не первая. Учитель планирует продолжать участвовать в конкурсах в планах награды республиканского уровня. Светлана Лебедева, Зураис Мурзаева, Владимир Пороховой, новости Темиртау.